Сесилия Мореско. Я так рада тебя видеть, Елена. Я перешла на «ты». Хотя все теперь так обращаются друг к другу. К тому же я полагаю, что теперь мы ровня. Не правда ли? Я тоже рада тебя видеть. Но ты выбрала неподходящий момент. Ты плохо себя чувствуешь? Нет, нет, я в порядке, я... Мне кажется, ты перебрала. Мерседес, что ты делаешь? Зачем ты явилась, Мерседес? Просто в гости. Адольфо. Пожалуйста, Адольфо, попросите ее уйти. Я плохо себя чувствую. Ты слышала, что сказала хозяйка, Мерседес? Папа, она мне не хозяйка, к тому же она пьяна. Посмотри на нее. Прошу тебя, дочка, ты меня подводишь. Она права, Адольфо. Я пьяна, но я все равно хочу, чтобы она ушла. Лена, что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь? Не прикасайся. Хорошо. Простите, вы кто, сеньора? Кажется, я изменилась. Я Мерседес, дочь Адольфо. Да, изменилась. Адольфо, когда придет доктор Родригес, проводи его к брату. Ему опять плохо. Пойдем, Елена. Не трогай меня. Явиться сюда было не самой лучшей идеей, Мерседес. Папа, я как раз другого мнения. Я просто наслаждалась зрелищем падения тех, кто меня унижал. Тебя никто никогда не унижал. А ты никогда. Нет, ну конечно. Только Виктория Сиренио отняла у меня абсолютно все. Что она у тебя отняла? Она отняла у меня достоинство. Этого мало, папа? Звонят, папа. Входите, доктор. Добрый вечер, я к сеньору Лусио. Он у себя? Да-да, проходите. Мерседес, достаточно. Тебе пора. Папа, а что если хоть один раз в жизни ты мне поможешь? Если хочешь спокойно поговорить, пойдем на кухню. Нет, нет. Я на эту кухню не пойду. Более того, я больше вообще не бываю на чужих кухнях. Не надо, Адольфо, я сама. Я открою. Здравствуйте. Как поживаете? Проходите. Спасибо, Мелина дома? Да, но не думаю, что она сможет вас принять. Она сейчас сеньором Лусио. А что с ним? Он еле жив, бедняжка. Ну вы пройдите, я доложу. Спасибо. Что ты здесь делаешь, мама? Ты тоже будешь гнать меня? Нет, это не мой дом. И к тому же, я хотела тебя кое о чем спросить, можно? Почему ты сказала Яго, что он не должен со мной встречаться? Марена, ты бы хоть изредка вспоминала, что ты моя дочь и у меня есть права. У тебя никаких прав на меня нет. Я сама принимаю решение, ясно? Прошу вас, успокойтесь. Как мать и дочь могут так ссориться? Перестаньте. Хотите кофе или чаю? Адольфо, вам чего-нибудь налить? Сеньорита Мелина спускается. Спасибо. Мерседес, ты умная женщина и должна понимать, что не можешь вмешиваться ни в жизнь дочери, ни в мою работу, ни в дела семьи Сиренио. Оставь нас всех в покое, Мерседес. Дедушка, прости, ты позволишь? Мама, почему ты не уезжаешь в Перу? Тебе не надоело жить чужими делами, вмешиваться в то, что тебя не касается, мама? Тебе здесь совсем нечего делать. Почему ты не возвращаешься в Перу? Потому что я думала, что у меня есть семья.
Я думала, что мы можем хотя бы попытаться стать семьей. Вы хоть представляете, какой была моя жизнь? Вы хоть что-то понимаете? Мама, нет, я не хочу, чтобы ты видела мои слезы. Что с тобой? Я пойду.